Один из бюджетных, простых и вкусных вариантов блюд из каш на каждый день – гречка с килькой в томатном соусе. Готовое блюдо получается необычным, но очень вкусным. Сочетание кильки и гречки отменное. Если у вас нет времени и сил на готовку, этот вариант станет палочкой-выручалочкой. В итоге все получается быстро, легко и бюджетно. Подавать кашу к столу можно самостоятельно, а можно добавить разносолы, свежие овощи, зелень и так далее. И самое главное — выбрать вкусную и качественную кильку в томатном соусе. В конце видео мы расскажем, какие продукты потребуются. Подготовьте ингредиенты. Очистите лук, сполосните и просушите. Нарежьте лук полукольцами или крупными кубиками. В сковороде разогрейте растительное масло, выложите лук, жарьте 2-3 минуты, до румяности. Всыпьте в сковороду гречневую крупу. Жду ваших лайков и комментариев. Следом влейте в сковороду теплую воду, добавьте соль и перец. Готовьте кашу под крышкой 20 минут. Спустя время добавьте в сковороду кильку в томатном соусе. Перемешайте все ингредиенты и готовьте кашу еще 7-10 минут на минимальном огне. Приятного вам аппетита! Ставим лайк и подписываемся. Ингредиенты этого вкуснейшего блюда. Гречка 1 стакан, 150 мл, вода 2 стакана, 150 мл, килька 240 грамм, 1 банка, в томатном соусе, лук 80 грамм, масло растительное 2 столовые ложки, соль по вкусу, перец по вкусу, количество порций 4-5. Щелчок, клик, нажатие на лайк. Это всего лишь секунда в твоей жизни и целый поток хорошего настроения и мотивации трудиться дальше для автора. До свидания.